Организатор акции – Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Слышен невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя с басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном любили мы подруг, под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет, под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. Вот он снова прозвучал лицом прекрасного, и парни слушал и мечтал о чем-то дорогом, и каждый думал о своей тревожной судьбе зла. И каждый знал, дорога к ней идет через войну. Свет и радость прежних встреч нам светит в трудный час, и коль придется в землю лечь, так это только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено тому, пусть каждый совершит. Что ж, друзья, мой наш черед, да будет сталь пепро, пусть наше сердце не замрет, не подрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, вперед. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждет. С берез не слышен невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя с басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи.